стране оленявку никогда не видели верблюда. Пустите. Давайте я буду еще говорить. В стране оленявку никогда не видели верблюда. И вот сейчас мальчик увидит верблюда, да? Доброе утро, вернее день. Мы проснулись недавно, можно сказать, даже проспали. Ранний подъем, 11 часов где-то мы проснулись. Устроились мы очень хорошо. У нас местный номер люкс, со всеми удобствами. Вчера была горячая вода в евро-душе с бойлером. Был горячий борщ вечером. Ночь была очень теплая, тихая и прекрасная. Но сегодня ветреная, облачная, слегка солнечная. Конечно же, послезавтра. Припухли от того, что от яркого солнца подзагорели чуть-чуть, видите, вот подзагорели, вот помылись, причесочку навели, вот кухня у нас такая, вот, вот сметанки Андрюша ложит, борщик, не могу удержаться. Огромный туристический завтрак. Килограмм хлеба и красный борщ. Вот до чего дошли цифровые технологии. Можно на расстоянии? Вот и все.